Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, правнуки и внуки победителей, поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы советского народа над фашизмом. Каждая мирная весна, каждый мирный май с каждой болью отражается в каждой семье, которая здесь присутствует, в семье каждого россиянина. Все эти годы каждое поколение чтит память о том подвиге, о том героизме, который совершили наши войны в Великой Отечественной войне. Очень горько осознать, что 77 лет спустя по-прежнему есть попытки переписать историю. И теперь уже внуки и правнуки победители защищают нашу Родину. В нашем строю воины-интернационалисты. Поздравляю вас с Великой Победой. Вы достойные внуки победителей. И вы защищали нашу Родину. И сегодня вы огромный вклад вносите в воспитание молодого поколения. И духом патриотизма, духом памяти пронизан каждый человек. В наших школах, учебных заведениях, учреждениях культуры проводится огромное количество мероприятий для того, чтобы сохранить и приумножить эту память. Уважаемые горожане, назаровцы, гости нашего торжественного праздничного мероприятия, все участники бессмертного полка, выражаю вам каждому благодарность за то бережное отношение к памяти, которое вы несете в своих сердцах. Очень волнительный день, праздник поистине со слезами на глазах. И сегодня мы выражаем благодарность и склоняем голову за тот огромный вклад труженикам тыла и детям войны, которые помогали ковать победу в тылу. Они собирали урожай на полях, формировали продуктовые наборы, шили теплую одежду, отправляли посылки. И так каждая семья носила свой огромный вклад в общую победу. Уважаемые назаровцы, желаю нам всем мирного неба над головой. С Днем Победы!